Так вот как это делается. Сварок из сварока руин вошел в историю. Ну это вообще надо рака, рака под них приглашать. Это отборных. Есть парочка на примете. Да, уже есть. Я чинно собираю состав. Так, вот этот уровень самый короткий. Дардейл в тот раз пробыл протащенный. Третий Street of Rage, Alien Soldier. Да. Штуку нельзя, ну ладно. Корона у меня была полная пак. Была полная пак. На первом коллекшене, короче. Башенка на дефолте — это слишком серьезное наказание. Никому не пожелаю. Да чё? Ой-ой. Пройти космос БТДД без турбокнопок за 3 минуты. Вот это жестко. А башенка на дефолте. Неативный опять за турбокнопки. Ну это да. Неативный, дай тебе совет, лайфхак. Если тебе не нравится играть, вернее, если тебе нравится играть без турбокнопок, но у тебя как-то боль от этого, берешь эту швейную машинку, подкладываешь под иголочку что-нибудь, и на джойстик, и начинаешь крутить швейную машинку, и она тебе будет кнопочку мышить. Из всех дел. И ты не будешь париться из-за того, что там, ну типа без турбокнопки, вернее, с турбокнопкой играешь. Вообще лайфхак. Тебе такое в голову пришло, мне это что-то интересно стало. Не, ну блин. О, уже на предмет кто-то взял. О, Ганнибал Гера. Стейк из Супермена. Мясо зачищаем от пленок, режем на куски, присыпаем солью и перцем, обжариваем на сильном огне до образования корки. После прижимаем криптонитом для мягкости. Приятного аппетита. Звучит аппетитно. Спасибо, Гера. Опа, Гера. Здорово. Привет, пушистик. Здорово, енот. Как видите, уже скроллинг экран тут уже пошел. Гера, а ты типа ни при чем, да? Ферус, привет. Ферус, ману, здорово. Я донатил только от своего имени, не забывай. Ну да. Это все жалкие фейки. Да, Гера? Надеюсь, ты меня понял. Господь, Господь. Да-да-да. Так, первую часть мы прошли, отлично. А это последний, да? Не-не. Бэн, так что с Алиеншторм в этой жизни прохождение состоится? Ну, я не знаю, я его сам проходил, но Лёня молодец. А Snow Brothers? И не только с Беном сыграть, кстати. Вообще молодец, да, по полной. А что значит Snow Brothers? На Сегу? Snow Brothers. Проводено. На Сегу? На братве? Не, просто. Нет, вообще. Ой. Так вот, поток уже и попадает с хорошего жара. На мой взгляд, каратель на NES важнее, чем на Сегу. Ну, на Сегу-то каратель-то это Capcom. Там другая компания делает. Ну да. Просто джойстиком прицел этот наводить не так легко. Ой-ой-ой-ой-ой. То есть отлично.
Так, вот это уже плохо. Да ж тебе. С этой, с хоккейной клюшкой? Есть. Летает. У него нет, молот. Это молот. Это молот. А, молот. Понятно. А чё, мне хоккейную клюшку напоминает? Сейчас приду. Да, Юль. Ты прав. У меня его убить. Должен чем-то больше на Терминатора похож. Ну да, Робокоп против Терминатора, Last Boss. Так, я надеюсь, Бен сейчас успеет. Чё, последний босс будет? Сейчас последний уровень будет. Да, ну, успеет. Успеет. Так, жизни должно хватить. Да, в добавке я сейчас еще одну жизнь возьму. На прошлой БТ по НЕС он был. О, нифига себе, обычный Супермен появился. Воскресили, что ли? Я не понял, как это произошло. Убили одного. Сзади стоял какой-то вообще непонятный. А это тот, после убийства он стал нормальным. Чё за... Ну, пацаненок стоял. И этот... Железный. Сложно. Ну да. Спрашивай. Так, а тебя... Виталий, что там произошло, спрашиваю? А, это соединили с этим, который утверждал, что он настоящий, вместе с Эридикатором. И силы ему восстановили. Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот да, это... кстати, Супермен в трусах, значит, сейчас все будет нормально. Босс тот же, который... И он финальный. Володь, и занимается Лёха.